И продолжаем выпуск. Участок дороги, который соединяет село Черемное и Калманку, ремонтируют в Павловском районе. Его протяженность 6 километров. Рабочие обновят дорожное покрытие и уложат два слоя асфальтобетона. Уже выполнено около 30% всех запланированных работ. У дороги достаточно высокий трафик движения. Важно, как бы я говорил о том, что она, во-первых, соединяет и два района, то есть Павловский и Калманский, там находится федеральная дорога, можно выехать, в принципе, по этой дороге на другую федеральную дорогу, поэтому как бы важность этой дороги, ну, она значима. Ежедневно на участке трудятся около 35 человек и 25 единиц техники. Закончить ремонт планируют уже в сентябре этого года. Добавлю, модернизация дороги возможна благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В текущем году в нацпроекте у нас 72 объекта, 180 километров автомобильных дорог. Из них 141 километр будет выполнен на региональной дорожной сети и 39 километров в наших агломерациях Барнаульской и Бийской. Три города участвуют: Барнаул, Новоалтайск и город Бийск. Работы ведутся довольно активно. В этом году проект «Безопасные и качественные дороги» завершается в том формате, в котором действовал 5 лет. Ремонт проводили в пределах региона. Теперь он будет направлен на развитие опорной сети дорог, соединяющих Алтайский край с соседними регионами и государствами. До конца 2028 года в надлежащее состояние планируют привести около 85% таких дорог.